Друзья, всем привет! Только что квочки перепутались, и мы еле разобрались, где какая. Ходили тут, выгоняли тут квочек. А сюда, короче, вот эта последняя вышла, гуляла, а на ее место села вот эта вот, тоже гуляла. Они как этот, все вместе выходят, но это все равно где сидеть. А та сюда не шла. Короче, еле разобрались. Все, теперь все по своих местах. И, друзья, сейчас... А ну-ка, что тут у нас? Слепой. Вон он, слепой, друзья. Ну, я не знаю. Он вроде живой, ходит, но... Глаза открывает. Помажем еще сегодня, и все. И больше не будем мазать. Ну, смысла нету. То, что он глаза открывает, вроде видит, а... Все равно какой-то слабенький. Ну, посмотрим, может... А, зайка уже пришла. Всем привет. Марки загладит. И, друзья, короче, постараемся, чтобы все было у него хорошо. Но сейчас будем приглашать Пумбу пятнашки. Сегодня получается 13 число, а за пятнашкой надо наблюдать до 15. Ну, мы 16, если что, подгоним. Пускай до 30 дней будем проверять. Нам, в принципе, не сложно. Туда, вдвоем с Катей. Сейчас. Так. А. Ну, вчера она его не подпускала. Давай, зайка. Пятнаха, жених идет твой опять. Что он тут будет сейчас? Пумба, Пумба, давай иди. Сюда, сюда иди. Козочкам сегодня люцерочки дал. Уже такая она практически сухая. Но, друзья... Всю я косить и здесь не буду, и пока клевер не буду косить. Потому что, не знаю, дожди. А, гляньте, гляньте, какой артист. Может, помахти, зай? Ты что ломаешь? Да идет он уже. Давай, да, зай, да. Пятнашка, ты что ломаешь? Вот почувствовала, что я снял замок, и все, сразу начинает выламывать. Ты артистка. Давай, Пумба, иди сюда. Фиона не хочет тебя видеть. Давай. Заходи. Пумба, давай, 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 иди сюда. Иди, иди. А ну. А ну, а ну, а ну. А ну. Да, да, да. Все. Оторвалась. Так. Ну, петля у нее не набухла, друзья. Обычно, если свинья в охоте, у нее набухает петля. О, гляньте, гляньте, он наметил ей территорию. Сейчас напердит ей, наверное. Фу, блин, фу, напердел ей мне. А ну, а ну. Ну, она, кстати, она не сильно агрессивная. То есть не было такого, чтобы она там на него кидалась. Она же жила не сама. Ну, вообще она добрая свинья. Не, видите, он. Нет, друзья. Опа, видите, хвост хавает. Да, да, а сейчас аппетит хороший. И Пумба, видите, уже хочет убежать от нее. Хотя Пумба, гляньте, такой же самый, как и она. На ногах чуть короче, а так он широкий тоже. Ну... Ну, но ним покрывать, друзья, ее не годится. Тогда мы поросят не сможем никому продать. Ну, будут не этот. А спрашивали опять, кем мы ее покрыли. Друзья, мы покрывали ее искусственно. Макстер 304. Да, все, видите, она его не подпускает. Ну, еще, друзья, еще даже по срокам до 24 суток еще получается... Надо 2 дня. Еще как бы мы еще как бы не 100% мы даже еще не записали, что она покрыта. Ну, опять ей пердит. Видите, хвост поднял. Угу.
Сейчас. Пускай еще походят, погуляют. Хвост ему хочет откусить. Артистка ты. А ну. Вот Пумба хочет. Не. Пошли, Пумба. Сейчас. Ага. Круг почета. Балдеть. Еще против создала. Ну и я, друзья, тоже захожу, как бы проверяю, пробую. А ну. Не, она его не пускает. Хотя он, видите, что-то пытается. Попытка не пытка, да? А ну. Хвост ей тоже. Она говорит, ты шо, Пумба? Выходи. Я чесаться хочу, а не то, что... Давай. Ух, какая. Не, все, она не в охоте, друзья, видите? Прогнала его. Давай, Пумба, выходи. Пятнашка, ты нельзя. Нет. Это заходить нельзя. Давай. А ну. А ну, оп. Все, Пумба, давай, иди. Сейчас. Опа. Так, а ну, Пумба, давай. Давай. Вот так. О, пошел. Пошел. Давай. Пошел. Траву. Сейчас я тебе кину травы, не переживай. Он же эту траву не ест. А я ему не убираю, пускай типа подстилка будет. Закрой. Давай, да? Все, друзья, пустили. Точно так мы этих свиней проверяли. Кабан есть, то есть это самый лучший индикатор. Фигон, не переживай, так, не к тебе. Дела. И пойдемте еще покажу, там вылупились. А ну, зай, вчера были 23-е сутки, да? Сегодня 24-е сутки, друзья. Так, цыплята. А, кстати, сегодня я видел вот эту курочку гуляла. Так, вон они. А ну-ка, давай яйца уберем. Ой, в точечку там какой-то, где? Да? Ага, вот этот слева. Ага, и этот черный. Так. Ой, галашейный там галашейный есть. Рыжий. Надо доставать. Кто-то. Сейчас. Ну, видите, из-за того, что плохо грело, не сильно. А ну-ка, еще 6 яиц. А ну. Так, ладно, не будем трогать, пускай еще сидит. А ну. Нет, достанем. Так, а ну-ка. Одного вчера мы туда кинули, забрали, друзья, у нее. Вот. Ее садить, наверное, не будем, потому что она, видите, как слабо греет. Так, 6. А вот еще заховался в кочке. Так, тут у нас 6 штучек. Один галашейный вот такой. Чик. И получается еще, ой-ой-ой, один вот в яйце, сейчас скоро вылупится, вот он живой. И вот еще один такой же, вот еще, живой, да. И 2, 4, 6, 8 яиц еще. Так, давайте этих тоже заберем туда, друзья. 6 штук. Ты донесешь? Да, потому что там яиц. Еще хватит ей, пускай сидит, чтобы она этих не подавила. Так. Ну, всех вместе, друзья. Сейчас водичку с медом поставим и потом еще... А ну, откроешь, знаешь? Вот так, чуть-чуть. Я сейчас на улице похолодало. А ну, осторожно. Да, с той стороны. Осторожно, чтобы тут не упала, зай. Угу. Все. На улице, друзья, похолодало. Так, а ну-ка, чик. Все. Они научат их, эти старшенькие цыплята. И все будет у них отлично, великолепно. Вот, слепого подставим к ним, пускай с ними сидит. Они еще такие не сильно активные. Можно лекарства немножечко дать. Посмотрим. Да. Угу. Так.
Вот так я немножечко открываю, чтобы проветривалось. Все, эти пускай они здесь будут. Маленькие цыпленки. Он, видите, уже сразу кушает. Да, этой квочке, друзья, вот эти два, наверное, вылупятся. Еще, если, дай бог, два штучки вылупятся, будет хорошо. А так это негодная, мы ее будем сразу откидывать. То есть эти все, которые повторно мы посадили, нормально. А это, получается, 24 дня высиживала. Но это не годится. Так что такие дела. Друзья, холодно. Володька заховался. Индюки он в куче, мелкие. Ну, занимаются своими делами. Съездил еще, ну, взял вот такие два шифера, позвонили мне там. Получается, они не целые. Вот у меня два есть. Ну, они целые, я имею в виду, без дырок. Но где-то по-моему, по 30 сантиметров не хватает, обрезано. Ну, нормально, они целые, новенькие, куда-то можно приспособить. И гляньте, друзья, нема никого. Я приехал, только что думаю, где утки делись. А, ну, видите, ветрюган, ну, похолодало конкретно. Вот это еще пару дней, по-моему, холодно будет. Они вот все здесь заховались, сидят. Ну, пускай занимаются. Короли. Королям тоже дал. Люцерочки сушеной. Вот. А здесь утки подоставали у Серика. Ну ничего. Вот две кролички черные. Так, все, ушел. И я, друзья, сейчас уже буду начинать. Потому что то сено я сегодня уже брал, оно завтра, послезавтра его можно уже, ну, запрессовывать. А это еще не косил, потому что, ну, смотрю, тут у нас в округе никто не косит. И я погоду посмотрел. Может, будет даже дождь. Вон, гляньте, тянет. Вот, видите, какая туча. И как раз оттуда во ветер идет. Не знаю, но это сено, если намокнет, ничего страшного один раз. А сейчас, друзья, буду делать пресс. Кстати, спрашивали показать краску. Друзья, обыкновенно ее не было в магазине. Это самая дешевая. Как бы я поехал, заказал, и через 3 дня нам ее привезли. Вот такой цвет классный. Ну, спрашивали, как называется. Вот она. Ну, я думаю, название, друзья, без разницы. Цвет называется сиреневый. Вот там у них стенд такой в этом магазине, и там разные цвета. И сиреневый. Фиолетового нема, а именно называется сиреневый. Я ей такой заказ. А может и есть фиолетовый, я не знаю. Ну вот этот мне больше понравился, а Катя вообще, ну, вообще беседка, вот стол вообще шикарный получился. Нам вообще очень нравится. Плюс стулка у меня есть, и с вот этого тоже сделаю стулку. Здесь оно как раз... Видите, вот так вот обрезать ровненько. И спинка будет как раз наклонена. Так что такие вот дела. Все, друзья, будем начинать. Shine, 'cause I know that you'll make it on your own.
друзья, не получилось полностью заснять. Ну, я его еще не сделал. Он готов, получается, где-то процентов на 60. Ну, основное сделал. Механизм уже установил. Переделывал один раз. Ну, короче, завтра, послезавтра уже доделаю. Ну, так, не то, что там, как сказать, что завтра целый день буду делать. Получится время. Потому что еще сейчас бы можно было делать. Но уже надо ехать по траву. И сейчас туда-сюда уже управляться. 6 часов. Так, дождя и не было. Вон тучи. Вон оно там все тянет. Ну, короче. И опять же, что вот сейчас пошел старые доски глянул. Вот это все надо будет переделывать. То есть обрезать вот эти квадратные трубы. Сюда надо будет ставить. А, здесь кусочек жестянки. Ну, короче, друзья, я вам все буду показывать. Кому интересно будет, потом сниму размеры. Ну, та старая штука будет пока. Перегородки, они не портятся. Они еще будут служить и служить. В принципе, их и делать мне не надо. Брусочки. Ну, это чисто, чтобы следующий тюк, следующий, короче, переэтот. Ну, я показывал, как оно работает. Ну, кому будет интересно, я еще покажу, как тюковую я этим тюком, уже новым. В принципе, все будет то же самое, только единственное, что этот уже будет на постоянной основе. То есть, уже он никогда... Ну, может, когда-то что-то оторвется, там, подварил и все, или там, заменил какую-то деталь. Посмотрю. А со временем, может, придумаю какой-то механизм и до мотоблока. На колеса его можно будет уже тут... Тут уже можно будет додумывать вариантов миллион. Ну, чтобы вот такая штука работала. То есть, просто сено туда закладывать, остановил, допустим. Ну, рычаг какой-то. Ну, короче, это у меня то в голове там какие-то есть мысли. Ну, я думаю, в дальнейшем сделаем. Пока, в принципе, кролей немного. Кост тоже немного. Там 100 тюков можно этим спокойно натюковать. Там за несколько, ну оно же сено не то, что там один раз, то есть он его два раза косит, там один раз и через полтора месяца где-то еще. Короче, друзья, батарейка села, разрядился телефон, хотя и стоял на зарядке, там что-то отошло, и короче, ну, не получилось заснять. Ну, вот такой вот пресс, уже как бы 60% готово. Может, еще сегодня что-то поделаю, но уже надо управляться, друзья. Утки вон уже повыходили пока. Поотдыхали и вышли. Ну, а так, друзья, все на хозяйстве. Тихо, спокойно. Володька кашку кушает. Цыплята гуляют. Кидал я им сегодня осота. Ну, а сейчас поеду, естественно, накашу травы, которая нужна. И... нарубаю на вот этом секаторе. Уже им кидаю вообще мало комбикорма. Ну, я имею в виду вот этого мелкого, который, ну, для цыплят. Уже я его не даю. Буду давать чисто дробленку здесь. Только этим индюшатам, что вот здесь. А это уже, гляньте, какие индюки. Он уже большие, как куры. Гляньте, какой индюк. Один, это самые первые. Помните, те два штучки. Ну, холодно ему, они все такие без настроения ходят. Курам-то вот этим петухам уже, в принципе, им-то по барабану. И вот эти вот пуховые тоже замерзли. Ну, друзья, что, уже их тягать никто не будет. Как бы температура через пару дней наладится, я думаю. И уже будет им тут счастье. Так что такие вот дела. Вон самые мелкие цыплята. Ну, я имею в виду здесь. Оп-оп, черная погоняла. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока.